Такую картину нередко можно увидеть на станции Булатниково. Люди переходят через железнодорожные пути, несмотря на работу светозвуковой системы оповещения о приближении поезда. Совсем недавно, 7 апреля, пожилая женщина 1948 года рождения в этом же месте пересекала пути и попала под поезд. Для выяснения причин трагедии и инспектирования состояния перехода сюда приехала специальная комиссия. Вот в ходе этого рейда мы выявляем случаи несанкционированного перехода через железнодорожные пути, проводим с жителями разъяснительную беседу, профилактическую беседу, рассказываем, что нельзя переходить железнодорожные пути, потому что это опасно для жизни. Станция Булатниково, в отличие от соседней в Расторгуево, довольно скромная платформа, людей отсюда уезжает немного. Тем не менее, трагедия произошла именно здесь, по мнению представителей комиссии. На переходе сделано все, чтобы максимально обезопасить людей. Переход оборудован в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к подобным объектам железнодорожной инфраструктуры. То есть здесь имеется ограждение, здесь имеется так называемая змейка, которая позволяет пассажиру обратить внимание на поезда, приближающиеся с обеих сторон, как со стороны Москвы, так и со стороны Московской области. Также на переходе установлена светозвуковая сигнализация, которая предупреждает пассажиров о том, что скоро в этом месте проедет поезд. В Ленинском городском округе на железнодорожных путях с начала года, помимо произошедшего 7 апреля, зафиксировано еще два случая со смертельным исходом. Один на станции Расторгуево, второй на перегоне между станциями Бирюлево и Булатниково. Всего же за 4 месяца на Павелецком направлении произошло 7 подобных случаев. В 6 из них погибли люди. Данная комиссия у нас проводится постоянно в целях профилактики, предупреждения травматизма на объектах железной дороги, так как все мы понимаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности, и травмы получены на данных объектах тяжелые либо смертельные. По мнению экспертов, главная причина, по которой происходят несчастные случаи – пренебрежение элементарными мерами безопасности. Люди, стремясь сэкономить время, переходят железнодорожные пути с риском для жизни. Но стоит ли оно того? Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.